Город Москва, район Марина. Вот там вот на доме написано Марина. Красными буквами. Вот впереди вот это здание. Оно называется бизнес-центр Марина. Там он находится, оно на Люблинской улице. Но я по Люблинской сейчас не пойду, я пойду. Вот улица Верхние Поля написано. Вот, это может быть та улица. Я сейчас двигаюсь в сторону метро Братиславская. Девочка катается на велосипеде. Либо просто передвигается, либо это. Катается. Штаны ездят. Березки. Вот я иду сзади. Там впереди серое здание, это длинное. Это торгово-развлекательный центр L153. Ну, буква L — это аббревиатура, то есть сокращение от слова Люблинская, улица Люблинская. Но находится она на Марина. В районе Москвы Марина. Я сейчас иду по Марина уже. Ну вот. Задняя часть. L153. Москва. Там впереди улица Перерва. Ну, мы тут спрямим дорогу. Вот тут такие высокие дома, круглые, как башни. Вот там. Я вот пройдусь прямо через детскую площадку такую. Детская площадка. Вот даже ступеньки деревянные. Там график разный, там и глазовая, и там три вот такие. Вот улица Перерва. Это уже этот дом Перерва. Погода хорошая, может открыть. Чуть солнышко выглянуло, уже погода хорошая. Город Москва, район Марина. Ну, вот там тоже Марина написано большим буквами. Этот дом относится к улице Перерва. И там за дорогой, вон там, это тоже Перерва.
Глино, Марина. В Москве это мой район. Вот я подхожу. Там торговый комплекс, а за ним вход в метро Братиславская. Вот башни, дома такие. Точки разошлись, так проглядывает голубое небо. Славскую я зимой снимал улицу саму. Впереди метро. Славский рынок там справа. О, это длинный такой торговый дом. Вот в сторону я снимал как-то зиму. Дошел практически до входа в метро. И вот на входе в метро я потащу снимать этот ролик. Метро, станция Братиславская.